Итак, всем привет! Я вам сегодня покажу приложение под названием HD Video Box. Это самый лучший бесплатный онлайн кинотеатр на просторах интернета. И существуют еще кинотеатры как Зона и HD Кино. То есть и HD Кино я имел в виду. Вот, но те кинотеатры, они отличаются тем, что они иногда подлагивают. А этот отличный. Его можно скачать бесплатно по ссылочке в описании. Я ее оставлю вот там в описании. И будет все отлично. За вирусы не бойтесь, все хорошо, вирусов не найдено. Для этого нужно еще докачать MX Player. Ну, давайте запустим само приложение. Думаю, вам известно о других приложениях, которые находятся в Play Market. Они все там платные, дается по срок, который 13 дней. Вот мы попали в вкладку все фильмы. Тут перемешаны новинки и старые фильмы довольно. Новинки со старыми перемешаны. Сериалы. Discovery, мультфильмы, Мой маленький пони, Эпик, вот кролик Питер, Питер Раббит, как раз он у меня и выбрался там, мультсериалы, короче. Вот такие мультсериалы есть. Симпсоны, 89 года написано. 2017 год, осторожно, земляне. Маша и Медведь, 2009 год. Телепередачи. Блин, главное мир наизнанку найти, он уже весь отснялся, по-моему. Ой, не слушайте меня, это я просто так себе буркнул, чтобы запомнить. И аниме. Ну, думаю, некоторым аниме не нравится, они даже от этого рыгают, простите за выражение. Избранное. В избранное вы добавляете свои... вот, давайте как раз... Вот есть настроечки, есть история. В истории запоминается все. Настройки. Настройки плеер по умолчанию, MX Player. Качество видео, лучшее качество. Авто для HLS. Авто качество для LS трансляции. IV декодер в MX Player. HV, то есть простите. За запоминание, позиция видео, автостарт на следующей серии. Торренты, видеофайлы, настройка видеофайлов. Торренты, настройка пошуку торрент файлов, то есть настройка поиска видеофайлов торрента. Внешний вид, тема, бирюзовая тема, язык украинский, настройка списка материалов. Каталог фильм микс, категория по умолчанию фильмы, показывать категории фильмы, телепередачи, мультсериалы, мультфильмы, сериалы, аниме. И вот, дальше пойдем. Пошук, то есть поиск, поиск по ТВ, экран поиска с кириллицей для устройств, управляющих пультом. Общие рекомендации от Кинопоиска, сохранение данных. Управление сохраненными данными, история, кэш, избранная. Вкладка видео с историей. Открывать вкладку видео при переходе с истории. Про дополнение. Про дополнение. Помощь. Помощь об... Разговор об этом всем. И детали. Показ. Про дополнение. Тут пишется, какая версия самого HD видеобокса. Напишется ссылка автора, вот эта ссылка, где можно скачать. Это бывшая ссылка на FS видеобокс, но он уже пропал, но она не действует, по-моему.
Можно в соцсетях им написать. Вот. Сейчас. Блин, я долго уже обозреваю. Ладно. Давайте посмотрим вот тут. По дате обновления за годом выпуска по рейтингу, по популярности. Жанр, год производства. Год производства именно. Когда он был произведен. Поиск. Например, кролик Питер. Я себе скачал 2 файла, украинский и русский. Остальные файлы, которые нашлись тут, оказались идиотскими, назову их так. Вот тут написано. Кролик Питер. МДБ. Ой, простите, я неправильно читаю. Ладно, неважно. Кинопоиск 6,9. 7,061. Короче. Тревались 93 минуты. То есть длительность на украинском языке. Возраст 6 лет. Жанр семейная фэнтези, приключения, мультфильмы, комедия. Страна Австралия, США, Великобритания. Режиссер Уилл Гак. И состав актеров. Тут идет описание. Вы сами почитайте описание. Идет описание к фильму, то есть что идет на самом деле. Галерея, скриншоты предлагаются с фильма. Вот сам кролик Питер. Фильм вышел в апреле 2017 года. Ой, 2018, простите. Вот украинский дубляж. Давайте запущу кусочек ролика, что если меня автор забанит за это, ну... Так, оно сейчас запустится, это бывает такая штука. Короче, вот такая вот штука. Запускается все отлично у меня, но только может из-за съемки у вас лагать. Вот эти файлы, дублирование, дубляж, эти файлы, полное дублирование, это все херня. А вот эти две, то есть эти 3 файла, вот это хорошее HD дублирование, тоже херня. Вот это HD и украинский дубляж, оно очень хорошее идет. Кстати, можно еще и триллер смотреть, я забыл сказать, но это ничего страшного. Я показал вам все. Это приложение абсолютно бесплатное, я напоминаю. Можете смотреть фильмы, сериалы бесплатно, без всяких плат в месяц. С открытых ссылок, которые ищет само приложение. Короче, друзья, думаю, будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь, поддержите меня лайком, комментарием. Всем желаю удачи и всем пока.